Ну окей, вроде бы поехали. В общем, привет всем, с вами Вайми, я продолжаю пытаться проходить Dark Souls с кучей модов. Стоп, я забыл включить агру. Вот. В общем, агра, грейвординг и рандомно меняющееся оружие. И сейчас за кадром, перед тем, как я начал, я посмотрел свой инвентарь, и оказалось, что у меня почти все сломано нахрен. И что немножко хуже, это тот факт, что мне нечем это все чинить. Так что веселье. Но пока что я взял в качестве основного оружия щит, так что у него вроде как еще есть какое-то количество живучести. Но после того, как я убью Гейпинга, надо будет возвращаться к Андре. И покупать у него ремонтный набор в идеале. В общем, в прошлый раз я хотел убить Гейпинга и свалить отсюда, потому что в Блэйдтауне я уже был. Так что да. Не знаю, что из этого получится. Но я думаю, гейпинг не такой уж сложный. Так, молот смога мне не очень поможет в этом плане. Боевая кирка. Достаточно хорошо прокачана. И я сразу же словил яд. Нехорошо. По-моему, я сейчас умру. Ну, нет, у меня есть противоядие одно. Ура. Так, ну ладно. Оу. Почему я думал, что это короткий меч, а не мейлбрейкер? И зачем я кидаю этот щит? Потому что это тратит кучу прочности. Это плохая идея, кидать щит. Ну да ладно. Оу. Нет, крыса, не отравляй меня. Как-то я надеялся, что Divine меч больнее ударит эту хрень. Ну, хотя он, наверное, достаточно больно ее ударил. А вес рандомного оружия не учитывается. Учитывается вес того, что эквипнут, как бы, что меняется на это рандомное оружие. У меня в данном случае там какой-то мелкий щит вот такой вот, который уже наполовину сломался. Окей. Я пойду по-быстрому убью Гейпинга. Это, по-моему, самый лучший вариант. Я тут вспомнил одну вещь. По-моему, я не убил Чендлера. Да, он там ходит. Так что бой с Гейпингом будет немножко веселее, чем обычно. Ну да ладно. Я не хочу идти и убивать его. И сразу же сломалось все. Какого хрена? Я ничего им не делал, но у него 6 прочности. Какого хрена? Допустим, так. Так, у меня мидроу. Так, у меня фастроу. Я не понимаю, что с оружием, почему оно так ломается. То есть оно просто ломается от смены, похоже, иногда. А возможно, стоит... Я даже не знаю. По-моему, у меня есть... Во всех этих модах хак на бесконечную прочность оружия. Ну, в теории должен быть, но я не уверен, что стоит его вообще юзать. Хрен с ним. Куплю у Андре чинилку и буду чинить. А, кристальным заменилось. То есть, когда оно кристальным заменяется, оно остается... На 10 прочности, что ли? Это очень хреново. Ну ладно. Гейпинг не такой уж страшный, особенно когда у меня достаточно неплохое оружие. У меня сейчас было достаточно неплохое оружие, но сейчас оно сменится. То есть что у меня сейчас будет этот щит снова? Нет. Я не понимаю. Это я не могу юзать, веры не хватает. Электрическая рапира была бы неплохим вариантом, но я ее не успею применить. Или успею? Нет, не успею. Огненное копье тоже норм. Где там этот Чендлер? Что он делает? Потому что он там, но он почему-то ничего не делает. Возможно, он куда-то оттуда ушел из-за мода на агру. Было бы неплохо.
А этот меч мне не поможет, этот щит мне тоже не особенно поможет. Этот меч мне тоже вообще не поможет. Да, чат я читаю и... Упс. Да, как раз хороший вариант с этим разобраться. Сойдет. Так. Сойдет. Оу, идет. Просто немножко сложно отвлечься на чат и забанить человека, когда я пытаюсь не умереть от гейпинга. Так что да. Крысы. Они убьют меня, когда догонят, если догонят. Ладно, это я уже видел, так что можно пропустить. Я все еще не понимаю, чем занят Чендлер наверху. Оу, три дамага. Нет, нет, нет. Черт. Да. Айзека я играл, и мне как-то просто не очень хочется его пытаться стримить или видео записывать. Хотя игра хорошая. Path of Exile когда-нибудь, может быть, постримлю, но не знаю, когда будет в удачное время какой-нибудь удобный ивент, скорее всего. Так что да. Гейпинг, что ты делаешь? Гейпинг, что ты делаешь? Перестань. Сделай что-нибудь, когда я тебя могу ударить. Да, вот так вот, хорошо. Упс, я промахнулся. И обломок меча — это не очень хорошее оружие. Свай! Упс. Чуть не добежал. Я надеялся сделать атаку на бегу, но я чуть-чуть не добежал, поэтому она получилась обычная атака, а не на бегу. Не успел разбежаться, как бы. Ну, хрен с ним. Надо будет когда-нибудь сделать что-нибудь с таким вот ножиком Пейтинг Гардианов, потому что он очень даже неплохой. Но мне постоянно его как-то... Либо статов... Статы не подходят, либо просто не получается его юзать, не знаю. Хотя он короткий очень. Окей. Айзека не хочу стримить, ну, в том числе, потому что я в него совершенно жутко играю. Двухчасовая соло-гонка в Path of Exile мне как-то не очень интересно. Слишком долго и уныло. Ну и... В принципе, она там через час или через два где-то. Не знаю. Ну, по-моему, я ее сейчас... Нет, не добью, потому что я промахиваюсь. Окей. Гейпинг, что ты делаешь? Когда выйдет второй Dark Souls, я, скорее всего...
Я сначала начну прохождение, запишу пару эпизодов вслепую, но потом буду проходить, ну как бы... Я начну записывать эпизоды там с первого дня, но за кадром я буду играть при этом. Скорее всего так. Не знаю. Оружие. Черт. Оно взялось в одну руку. Нет, не убивай меня. Не убивай меня. Готов. Ну, я не знаю, что Чендлер делал. Но, видимо, он делал что-то такое, что он обычно не делает. Ну и норм. Так даже лучше. Ну или нет, так, наверное, менее интересно, чем если бы здесь был Чендлер. Но... С Чендлером я бы его, возможно, вообще не смог убить. Стрим лагает, ну... Это нормально. Качество можно пониже поставить. Должно в теории помочь. Я не знаю, почему он лагает. Настройки все как обычно, хотя он у меня даже немножко подлагивает. В смысле, стрим. Крыса, почему вы здесь? В принципе, что я делаю? Зачем я это делаю? Да, блин, я опять не успел. Так, ну мне стоит поднять немножко выносливость, наверное, и силу. Где-то так. Хотя нет, где-то так, потому что мне нужно еще на что-то будет купить у Андре всякую фигню. Если я до него дойду живым, конечно. Что не стопроцентно. Так, не знаю, почему он меня не стал бить. Он что-то дропнул? Нет, это дверь. Окей. Ау. Забыл про это. Так, ну, они будут падать или нет? Неясно. В любом случае, я не могу их убить щитом. Ну, этого могу. Черного вряд ли, потому что у него там в два раза больше жизни и дамага. Стрел у меня все еще нет. Это отличное оружие. Так, да, точно. Я забыл про этих всех товарищей. Упс. Я надеялся на больше урона. Но, кстати, блиц учился после второго удара. На очень много урона. Так, нет. Дверь. Дверь, перестань. Ударь уже. Сойдет. Тут важна не столько сама скорость в плане того, что стрим лагает, а скорее коннект до Твича, по идее, или что-то подобное. Луком бэкстап работает. Ну, он не должен. То есть он, может быть, будет работать, если у меня сменится оружие на лук, когда я буду бэкстабить. Но, скорее всего, это не нанесет урона. Так же, как, например, не наносит урона... Когти всякие, если их в двух руках держать при переключении оружия. Так, да, точно. Я еще и ее не убил. Так же, как с щитом нельзя бэкстабить. То есть, им можно забэкстабить при смене оружия, но он не наносит урона. Опять же. Мне нравится вот этот меч... Даркрейфов. У него классный мувсет, только я умер. Почему-то.
Ладно. По-моему, мне не стоит никого бить кристальными всякими щитами, потому что от этого у меня оружие ломается очень сильно. То есть, когда кристальное зачарование, нужно не бить. Похоже, это так работает. Вау, я его убил этим обломком. Ну окей. Это небольшая проблема, что они респаунятся, черные фантомы. И они к тому же еще и очень толстые, но это нормально, потому что они черные фантомы. Ау. Какого хрена? Ненависть. Ну окей, до Андре я не дойду со своими душами. Надо будет покупать на что-то другое у него ремонтные всякие наборы. В принципе, возможно, хотя нет. Я хотел сказать, возможно, проще было бы пройти через Блайттаун, но нет. Если бы здесь были фантомы Грейвлордов, а там не было, то да, было бы проще. Ау, ненависть. Но поскольку они и там есть, то нет, проще определенно не будет. Щит мне не поможет. Ладно, надо следить за вторым вот этим бомжом, который спрыгивает. Опс. Я случайно. Ваншоты. Что-то они такие. Я, по-моему, еще ни разу никого не ударил этим мечом Гвина. Потому что когда он у меня появляется в руках, никого рядом нет. Что немного печально. Меч Гвина веселый. Ну, хотя, не уверен. Может быть, не веселый. Возможно, стоит просто мимо всего пробежать пытаться. Это иногда хорошая идея. Иногда. Возможно, сейчас не такой случай. Но этого парня можно убить. Он на один удар. Мне нужно купить стрел. Потому что луки как-то не очень мне помогают. Ау, ау. Копье бабочки — это не очень хорошая вещь. Кнут — это, в принципе, достаточно неплохая вещь, но сейчас уже проще убежать. Теперь вопрос, где взять душ для Андре. Возможно, у меня есть что-нибудь. Ну да, я могу сожрать душ Квилак. Потому что оружие из нее делать все равно в таком прохождении бессмысленно. Я не знаю, много ли я буду записывать Dark Souls 2. Наверное, много. Скорее всего, много. Но поскольку оно еще не вышло, я не знаю вообще. Может быть, мне вообще не понравится. Не уверен. Ура, я кого-нибудь убью этим мечом. Да. Оу. Это была не та атака, которую я хотел сделать. Ну ладно. Квак я убил в прошлый раз. Я прошел через этот... через долину дрейков.
Убил ее и вернулся. В глубины я ходил чисто убить гейпинга. Потому что не убитый гейпинг — это плохо. Dark Souls 2, да, в марте выходит на консолях и когда-то непонятно когда на PC. Скорее всего, тоже в марте, хотя не ясно. Вроде где-то была инфа, что в конце марта, но она не подтверждена ничем. У меня снова сломалось оружие. В принципе, хорошей идеей было бы накупить штук 10 кинжалов. Возможно, это даже лучше, чем чинить оружие. Ну, набор для ремонта мне все равно понадобится. Так что его в любом случае стоит купить. Но, возможно, стоит также купить кучу кинжалов. Лол. Почему я не мог перекатиться? Я спамил перекат, но перекатился только через несколько секунд после того, как в первый раз его нажал. Какого хрена? Оу. Странно. Вроде бы щит был поднят в направлении противников. По-моему, из этого лифта будет выходить проще. Хотя не помню. Хотя, нет. Скорее всего, не проще. Это без агры было проще. Хотя там одинаково просто было из обоих лифтов, потому что он просто не подходил и не агрился. Но сейчас он как-то сам даже отошел, так что... все хорошо. Надо было прокачать Эстус, пока я там был. Упс. Ну ладно. Хотя бы я не умер при этом. Так, смогу ли я заюзать костер? Смогу. Окей. Я хотел еще в позапрошлый раз, по-моему, сходить в лес и забрать кольцо волка. Я думаю, я сейчас этим займусь после того, как я куплю у Андре все, что я хочу у него купить. Так и так. Я не знаю, зачем я купил набор по апгрейду оружия, потому что это бессмысленно. 300 качества и 0,5 веса. И 200 цена. Да, хотят. И деревянных стрел. Нет, не 999. Многовато. Пару сотен. А, сойдет. И деревянных болтов. Сойдет. А, и... нет. Починить я все не смогу, потому что я все души потратил. Но я могу вот так вот сделать и починить все. Почему я выбрал себе такой ник? Это было давным-давно, когда я играл в Call of Duty и второй Modern Warfare, и все предаторы почему-то летели на меня. Всегда. Все, абсолютно. Ну, вражеские, естественно, свои не летели. Как-то дороговато это все чинить. Так. Ладно. Кастеты хорошо работают для смены оружия, наверное. Должны, по крайней мере. Потому что они мало весят и дешевые. Ну да ладно.
И по идее, стоимость ремонта, она ведь зависит от базового оружия. То есть цвай какой-нибудь чинить дороже, чем кастет, по идее. Насколько я помню. Так что, скорее всего, и чинить кастеты проще. Так, что он дропнул? Нет. Окей. Я не знаю, почему так произошло. Такое ощущение, что я попал в Path of Exile и случился десинг. Ну да ладно. Оружие. Меняйся на что-нибудь, ну, хотя бы на что-нибудь такое. Хотя это не самая лучшая идея, но я его могу застановочить. Так что это нормальная идея. Упс, нет. Этим я не могу его застановочить. Какие игры я жду в этом году? Я не знаю даже. Я не помню, что в этом году выходит. А что нет. Я не помню, какие игры я жду, в принципе. Ну и, в принципе, я особенно не жду игры задолго до выхода. То есть, если я знаю, что там в следующем месяце что-нибудь выйдет хорошее, то я это как бы жду. Но... что там в этом году выйдет, хрен его знает. Watch Dogs разве не перенесли на следующий год? Или нет? Или я с чем-то его путаю? А я не хочу здесь отдыхать. Нет, я хочу здесь отдыхать, потому что внизу там жопа. Туда я не пойду, потому что там эти три укропа, которые будут мешаться. Сюда я пойду и сразу же умру, потому что... нет, надо же, он здесь всего один. Когда я в прошлый раз тут был, их было сразу четверо, сразу за туманом. И это было весело. Я все еще не знаю, что с ними делать, правда? Оу, черт, водка, точно. Не водка, а этот, как он называется? Как он называется? Почему я забыл, как эта хрень называется? Твоп, вот, точно. Ну да, 2014 это и есть следующий год, да. Наверное, поэтому я думаю, что его на следующий год перенесли. Да, ни хрена себе, ваншот. Окей. Ладно, так. Это не ваншот, хотя я все равно не успел перекатиться. Это почему-то перекат не сработал. Ладно. Окей. И да. Мне нужно научиться от этой атаки правильно перекатываться, потому что я всегда перекатываюсь слишком рано. Возможно, проще будет спрыгнуть и обойти их вообще. Если я еще раз умру, то я так и сделаю, наверное. Посмотрим. Так, мне нужно эквипнуть стрелы, вот что мне нужно сделать. Потому что они у меня теперь есть. Лол. Лук все еще не очень хорошее оружие, потому что если я начинаю им бить, и он меняется, то ничего не происходит. А, он кастует. Тогда можно его еще пару раз ударить. И, возможно, даже... нет, не добить, потому что... ну, к счастью, второй меня оттолкнул, и это меня спасло. Но в любом случае я бы предпочел подождать, пока эта хрень закончится. И также стоит, наверное, вылечиться.
их неудобно здесь убивать. Также трава вот эта вот, или что это, дерево какое-то, очень мешает. Так, стамина. Так, Titanfall, дожду, Ведьмак, может быть. Я играл в обоих Ведьмаков, но ни одного не прошел. Они мне оба как бы понравились, но мне оба было очень лень допроходить. Хотя во второго я очень немного играл. Возможно, я его еще пройду когда-нибудь. TS2, естественно. Dragon Age я вообще не жду, потому что я первый не прошел, а во второй вообще не играл. То есть первый я где-то половину, наверное, прошел, потом забил. Нет, я спрыгиваю к ним. Я определенно спрыгиваю к ним. Надо было ударить, пока я падал. Ну пофиг, это не важно. От Titanfall ждут Call of Duty только хороший вариант. Ну, не знаю. Ну, учитывая, что его делают, по сути, все те, кто делал второй Modern Warfare, а второй Modern Warfare был лучшим Call of Duty в плане мультиплеера. Ну, кроме всех его проблем с PC-версией и некоторых проблем с балансом. Упс. Да. 60 FPS точно. Ну хотя бы у меня теперь есть второе кольцо, и мне больше здесь делать нечего. Хотя, здесь есть еще бабочка. Смогу ли я ее убить со сменой оружия? Потому что она, ее очень недолго можно атаковать. Если у меня в этот момент будет что-нибудь плохое, то будут проблемы. Так что, возможно, это плохая идея вообще идти к бабочке. Но попробовать стоит. Наверное. Хотя бы один раз. Черт. Было бы весело затыкать бабочку ее же рогом, но это слишком рандомно, и я не могу его использовать, потому что статы. И также я не могу блочить ее атаки нормально, потому что щит не тот. Ну ладно. От этого легко увернуться. От этого нелегко увернуться, но иногда получается. О, лук. Возможно, я смогу из него один раз выстрелить. Нет. Конечно же, нет. Лазер. Еще раз? Какого хрена? Бабочка, перестань и приземлись. В идеале, когда у меня будет хорошее оружие в руках. Окей. По-моему, она сначала куда-то не туда приземлялась. Ну, у меня не очень хорошее оружие в руках. Лук — это вообще не очень хорошее оружие. Особенно, когда я по ней вообще попасть не могу, потому что она приземленная. По-моему, с бабочкой что-то не так. Она, по-моему, не по этому мосту стреляет, а куда-то сзади меня.
приземлиться пыталась не туда. Я, помнится, видел у кого-то видео, что эта бабочка начала приземляться, но пролетела мимо моста и улетела куда-то за карту. Хотя не помню, где я такое видел. Ура, она приземляется. Дайте мне нормальное оружие, щитом я ее не убью. Ну, хотя бы сток. Упс. Чёрт. Ау. Не успел отойти. Точнее, не успел перекатиться. Нет, бомба. Оу. По-моему, это первый раз вообще, когда я попал под эту бомбу. Она, оказывается, довольно больно дамажит. Бабочка, перестань летать. Вот, спасибо. Как обычно, щит. И даже ничего другого не было за время ее приземления. Веселье. Это, наверное, самый долгий бой с бабочкой в моей жизни. Упс. Рано. Мне даже Эстус закончился. Какого хрена? И оружие сломалось почему-то, когда она в меня попала. Это мой щит сломался? Подозреваю, что да. Ну, по-моему, она меня сейчас убьет, потому что я очень не хочу, да, тратить человечность на лечение. Ладно, я пока что не пойду снова к бабочке. Слишком хардкорно для меня. И все-таки, что у меня сломано? Да, эта хрень у меня сломана, окей. Нет, мне нужно, чтобы она сменилась на что-нибудь. Не на это в идеале. Хотя сойдет. Ну, по сути, остается только Сен. Из того, куда можно пойти. Ну, естественно, еще катакомбы, но туда я вообще не хочу идти. Никогда. И можно еще Гидру убить, но тоже как-то немножко лень. Гидра, она в таком режиме практически ничем не отличается, кроме нормального прохождения, кроме того факта, что у меня оружие будет меняться. То есть там ни фантомов нет, ни агро вроде как не должна никакого особого влияния оказывать. Этого парня можно убить. Этого парня можно убить тваем. Или щитом. Черт, нет. Я надеялся, на него один удар щитом уйдет. Ну, рапирой тоже можно его сбинать. Так, починить все стоит, наверное. Нет, все равно 540. То есть, видимо,
от степени поврежденности зависит, а не от базовой цены. Ну, то есть, может быть, зависит, конечно, от базовой цены, но не настолько сильно, как я надеялся. Не могу использовать этот лук. И этот молот тоже. Оу. Зачем я пытался ударить? Упс. Зачем я сейчас попытался ударить? Что я вообще делаю? Ну, с вами я никого убить не успею, потому что он уберется до того, как я добегу до них, да. Упс, слишком мало дамага. Коса. Сойдет. Главное на себя блип не навесить. Упс. Я не пытаюсь все пробежать, потому что это неинтересно. Что это вообще у меня в руках? Каталист какой-то? Похоже, что да. Я ни разу не видел этой хрени. Видимо, это какой-нибудь каталист даркмонов или что-нибудь подобное. То есть что-то из души босса, что я никогда не делал, потому что оно мне нафиг не нужно. Ну, сэр, ничего так. Упс, частичное парирование, которое все равно мне снесло большую часть жизни. Веселье. Почему у меня выбрана человечность? Ура, я успел выстрелить из лука. По-моему, я зря их сюда выманиваю, потому что здесь их неудобно будет убивать. Хотя... на щит сменилось оружие. Ну, зато я теперь могу назад уйти. Очень слабо, окей. Это я не могу использовать, окей. Это я могу использовать. И это, по идее, не очень слабо. Хотя нет, все равно не убило, черт. Окей, этот должен быть мертв. Да, да. Ну, с одним разобраться это не проблема. Даже если мне будут постоянно давать щиты. Хотя, если мне постоянно будут давать щиты, то это будет очень долго. Ну вот, копье. Копье норм. Упс. Какого хрена? Ненависть. Совсем ненависть.
Оу. Это больно. Ну, блин, хватит уже щиты мне давать. Щитами сложно кого-то убить. Свай на самом деле очень нехорошее оружие, потому что если я опущу щит, то меня могут убить. Ну, в смысле, если я возьму в две руки оружие. Так что мне нужно что-нибудь одноручное в данной ситуации. И не щит. И что-нибудь, что дамажит больше, чем по 40. Десять бэкстабом — это меньше, чем по 40. Ненависть. Ну, хоть что-то. Я ткнул его луком. Я не буду даже пытаться выстрелить, потому что... Даже если получится, то одна стрела ничего хорошего мне не даст. Да забэкстайпись это уже. Ну, на него накинулся блид, и это снесло ему большую часть жизни. Так что не все так плохо. Опс. К счастью, он меня немножко не достал, когда у меня белок сломался. Луки. Окей, копье. Очень слабое копье, но хотя бы пару раз ударить можно. А, ненависть. Совсем ненависть. Ваншоты и постоянная смена оружия — это не очень хорошее сочетание. Ну, хотя бы этот сразу умрет. И я, видимо, тоже. Потому что блок, который ломается. Да, блин. Бэкстабы не прокатывают. Не всегда прокатывают. Это плохо. Упс. Я не могу это использовать. Я, видимо, не смог переключиться обратно на щит вовремя. Нет. Вау. Ладно, нафиг. Нафиг это все. Я буду сражаться с ними здесь. И словлю молнию в спину, скорее всего. Пока. Второй сам спрыгнул. Окей. Они, конечно, выберутся оттуда когда-нибудь, но я не думаю, что они до меня дойдут. Ладно, это его должно скинуть, независимо от того, чем я его бью. Черт. Ау!
Я не знаю. Я вообще не знаю. Я надеюсь, они сами упадут. Я надеюсь, я сам не упаду. Это должно его скинуть, хотя хрен его знает. Упс. Нет, видимо, не скинет. Ну, хрен с ним. Черт, нет. Лук, это плохо. Пока. Черт, нет, они мешают мне пройти. Сойдет. Получится ли у меня пропрыгнуть сквозь шар? Вот в чем вопрос. На данный момент. Возможно, да, у меня просто получится пробежать. Сойдет. Совсем сойдет. Так. Эти парни сами ко мне пойдут, да. Отлично. Пока. Второй не пойдет, жаль. Ну, хрен с ним. С ней. Оу, какого хрена? Что ты здесь делаешь? Нет. Я не согласен. Ура. Нужен ли мне ключ? Наверное, пригодится. Хотя, нет, учитывая, что там нет. Нафиг, потом заберу когда-нибудь. На обратном пути или типа того. Я думаю, я сейчас убью голема или умру об него, и тогда с Dark Souls на этом все. Слишком много ненависти и все тому подобное. Так, парень, уйди из прохода. Сойдет. Черт, нет. Окей, я жив. Внезапная смена оружия и все тому подобное. Нет. Это я не могу юзать. Это я могу юзать, но не хочу. Это я, в принципе, могу юзать. Лук, кстати, на удивление, очень неплохо работает против голема. Ну и арбалет там, в общем, любое дальнобойное оружие.
Ура, я его застанил. Возможно, я даже смогу его скинуть в пропасть, хотя вряд ли. Он не так стоит. Упс. Ну и у меня не то оружие, так что совсем вряд ли. Я его даже уронить не смогу, скорее всего. Хотя, все возможно. Нет, не смогу. Ну ладно. Вау, дубина, которую я могу юзать. Оу. Сейчас он меня скинет в пропасть. Нет, надо же. Он немножко промахнулся. Цвай! Спаси меня, Цвай. Ты моя единственная надежда и все тому подобное. Опс. Цвай не спас меня. Ну, сейчас, возможно, я его добью. В зависимости от того, какое оружие у меня дальше будет. О. Вполне возможно, я его добью. Хотя стамина, конечно. О, нет. Этим щитом я его не добью. Почему не кидает бомбы тот голем, что наверху? Мне интересно. Ну, я, конечно, не против, но он вообще должен их кидать. Он, по-моему, даже это делает, только куда-то не сюда. Ура! Какое-то копье. Нет! По-моему, я сейчас умру. Нет, он меня опять не попал в пропасть. Черт. Ненависть. Сейчас он меня просто так убил. Ладно, я еще раз его пытаюсь убить. Потому что в этот раз у меня почти получилось. И бежать до него очень недолго и несложно. Ну хотя, если я по пути умру, то тогда на этом все. Посмотрим. Ау. Я надеялся вовремя перекатиться, и я не знаю, почему я после этого ударил, хотя я не нажимал удар. Ну ладно. Черт. Отвлекаться на чат вредно. Да блин, дай мне пройти уже. Прокачать флягу с Эстусом, ну... Лень. А что у меня в руке? Что это? Окей. Я не знаю, что это было. Возможно, какой-нибудь кастет, которого я не видел. Там какой-нибудь, который из души голема делается или что-нибудь подобное. Сколько я собираюсь стримить? Еще час примерно. Ну, плюс-минус. Если что, я сейчас не особенно слежу за чатом. Я иногда на него поглядываю, но я слишком занят тем, что я умираю. Да, кастет из души голема. Окей, ясно. Ну ладно, тогда... Тогда с Dark Souls все. Дальше, я думаю, спиванки. Так что да. Ну а пока что перерыв на минут 5, наверное.